Нынешняя весна особая. Сороковая мирная весна. Народы нашей страны завоевали ее ценой великих жертв. Никто не забыт, ничто не забыто. В суровых боях Великой Отечественной советский народ преградил путь гитлеровским полчищам. Защищая Отечество, на фронтах войны сражалось около полумиллиона киргизстанцев. Среди них был и Дюшенкул Шопоков. Сегодня герою Советского Союза исполнилось бы 70 лет. Дюшенкул Шопоков отдал свою жизнь, чтобы приблизить час победы. Золотыми буквами вписан в историю Великой Отечественной бессмертный подвиг воинов-панфиловцев, грудью вставших на пути фашистов на подступах к Москве в суровом 1941 году. Безмерное уважение и признательность тружеников Киргизии памяти великого подвига. В селе Панфиловское Панфиловского района республики сооружен памятник бесстрашному генералу Ивану Васильевичу Панфилову. Среди тех, кто пришел на открытие памятника, и те, кто сражался вместе с Панфиловым. В канун 40-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне тысячи фрунзенцев пришли на новую площадь столицы Киргизии, площадь Победы. Выступая на торжественном митинге, первый секретарь ЦК Компартии Киргизии товарищ Исубалиев подчеркнул, что мемориальный комплекс Победы воплощает в граните и бронзе дань нашей безграничной признательности и благодарности героическим защитникам первого в мире социалистического государства, отстоявшим свободу и независимость отчизны. «Невозможно воскресить погибших на войне», — сказал Чингис Айтматов. «Невозможно вернуть силу молодости седым ветеранам, пронесшим на плечах тяготы войны по ее огненным верстам. Невозможно утешить вдов и матерей. Но память о былых событиях, память о погибших и живых можно воскресить и восславить во веки веков волей и любовью народа, силой и красотой искусства». От вечного огня у монумента славы в Дубовом парке столицы вспыхнет еще один вечный огонь. Равняясь на монумент Победы, торжественным маршем проходят молодые воины, наследники славы отцов, продолжатели боевых традиций героев Великой Отечественной.
плечом к плечу с представителями всех народов нашей многонациональной страны киргизстанцы громили фашистские орды. В столице республики состоялось торжественное собрание, посвященное 40-летию Победы. С докладом «Пребудет в веках героический подвиг советского народа» выступил член ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Киргизии Турдакун Усубалиевич Усубалиев. Мужавшие под грозами войны, для дел иных мы были рождены. К иному мы готовились труду, иную в песнях славили страду. Но мир висел на волоске, и вот мой друг достроить не успел завод, а я поэму дописать не смог, как задымилась даль больших дорог. И понял я в дни долгожданных встреч, что груз войны не снять шинелью с плеч, что после всех тревог и всех утрат по чувству долга я навек солдат. Такой уж это всенародный праздник, День Победы, что все стремились выйти на улицы, поздравить друг друга, как это было 40 лет назад. В семье Джеркембаевых с волнением провожают своего деда на праздник Победы. Бакир Джеркембаев, рядовой солдат, воевавший под Москвой, спешит на встречу со своими боевыми товарищами. Они знают, что такое война и какой ценой достался мир человечеству. Мир — это жизнь. Мир — это счастливое будущее наших детей.